Так, плюс к морали, давай, поехали. Нет, нихуя не плюс к морали, сука. Нет, не красная шапочка. Там. Там скорее синяя, бля, синяя шапочка. Она уже синяя. Синяя лапочка. Все, фулран, короче, пацаны. Просто фулран и все. Как бы стыдно не было, давайте фулран просто делаем и не паримся. Пять девки, да. Так а что, я свободен, у меня Александра Павловна от меня ушла сегодня как раз. Так что все норм, блядь. Ушла, да, все. Микропердеж? Вряд ли от звуковухи, это скорее всего от того, что в зале постоянно кто-то гуливанит, типа, ну, всякие эти звуки бывают и все такое. А? Я-то? Как я буду смотреть за всем, если меня в монитор... Блять. А, покурить? Если я буду в монитор смотреть, как я посмотрю тут за всем? Косоглазие, да. Шумы? Тогда хрен знает. Ну, шумы, да, это. Ну это говно, уже говно. Девка новая. В смысле новая? Я наоборот? Со старыми подругами повидаться. Ты чё? Это же классика. Танцуй пока молодой. Надо випку у неё забрать, кстати. Нехуя больше здесь делать на этом канале. Там не через плиттер же вроде, короче. Я не знаю, я потом, чтобы понять природу этого шума, мне надо самому его слышать. Я не слышу, короче. Я знаю, но я же сейчас-то не это. Забанить? Не, банить не надо. Пускай она придет, мы ее все равно спалим. Просто если она будет забананена, то она не спалится. Я посмотрю потом. Я потом посмотрю. Я послушаю сегодня звук на стриме. Ну, потом видос пересмотрю. Надо эту природу этих шумов понять, и тогда я скажу, что это было. Да возьми ты ту срань! Сука. Ушла? Да нашла себе мужика, ебаный в рот, ничего непонятного. По какой причине еще можно уйти, ну ё-моё. Серьезно. Да куда я ее выгнал? Нужно мыслить как шум, да. Нужно слышать шум, по крайней мере, чтобы знать, как с ним бороться. Палка. Как-то? Пошел вон. Ну неужели, блядь? Перепрыгнул. Найс. Так, будем эту стратку с палкой с этой еще юзать, я не знаю. Не получилось. Ладно, короче, не будем. Давай, перебираюсь на кровать, давай. Спасибо, пижама, спасибо за компанию. Бля, почему ты не прыгнул нормально, а? Пригоняй. Да. А там не ебаться. Бля, вот это я накосячил. Ладно, играем, похуй. Фулран так фулран в любом случае. Нехватки внимания, нехватки... Ну смотри, допустим, ты с бабой не живешь, то есть, ну я сейчас с ней не живу, вернее, да? Найс. Неплохо на самом деле. Не лучшее время, но... Надо просто клитор отрезать. Отрезать. Скип, не скипнул. Ладно, это не важно. Главное, чтобы дали платформы. Если платформы дадут, тогда можно будет что-то это, думать с этим. А память, да. Какая память? Забыть бы об этом и во всем. Какая память? Че? Скипнул, найс. Найс. А, как это не скипнулось? Ты чё, дурак? Аладдин, ты чё творишь? Давай платформу, да. Я не хотел бы вообще на память ничего вставлять. У меня когда-то была шкатулка бывших, короче. Вот это был прикол. Давай платформу.
Найс. Отлично. Отлично идем. Давай платформу. Хуёвую платформу дал. Давай другую платформу. Дропнул. Идем, скипнул барышню, да. Просто скипнул барышню и все, да. Любовь, она как автобус, знаешь, как бы. Не дождался, все равно, ну, когда-нибудь приедет следующий, я тебе говорю. Все хуйня из-под коня. Даже несмотря на то, что... О, это моя лучшая, лучшая моя казематная хуйня, ладно. Хорошо, идем пока. Ну, блять, самый первый трай это, конечно, не переплюнет, но если я сделаю скип с Яга, это будет топ. Во, видели, вот, вот эта платформа глючная, как раз я про нее говорил все это время. Она постоянно, блять, лагает. Ее что-то недопрописали немножко. Бля, хуёво получилось, ну ладно, ничего страшного. Что ты не запрыгиваешь как надо, Аладдин? Да бля, что ты приземляешься-то как на говно какое-то, а? Да бля, сдохни. Все. Главное, чтобы сейчас ковер нам еще дал. Это сэкономит нам еще секунд 5-10. Баба как проходной двор. Ну слушай, блядь, я тебе скажу, все бабы, бляди, просто не все на камеру это делают. И все мужики по природе свои полигамные вообще. Да! Отлично! Прекрасно! Да паладин, ну прыгай давай, паладин, блядь. Давай, 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 эл, прыгай, прыгай, бесишь меня. Найс, все, до свидули. Еще одно золотое. Ну блин, палка не дала вообще. Хотя бы подворотня. Так. Все, погнали. Самая опасная хуйня в игре. Почему ты не залез? Это пиздец просто, а не уровень. Опять голову взял. Ну тут дэш-джамп я бы не сделал, мне бы анимация не прошла нужно. Вот здесь вот. Камень в обратку не поедет. Ща, не-не-не, не поедет он на тебя. Какой тут смысл? Так, ребят, все, момент истины. Так, и дэш-джамп надо делать. Да! Сейчас самые конченые прыжки в игре. Надо было маленький делать. Ну ладно, неважно. Все, закончили. Музейшн здесь просто вот топ в этом уровне. Ну здесь, короче, это пиздец. Хреново, это из-за прыжка, короче, первого. Ну блин, если он нега говорит, что у меня был пейс, ну, типа минус минута от моего ПБ, это пиздец это о многом говорит. То есть я на минуту себя обгонял, на минуту себя обгонял с учетом того, что это было с первого трая сегодня. Пиздец вообще. Жопа. Обидно, обидно. Просто обида ебаная. Могла папку открыть, что там? Нахуя-то. Я не прочитал, сорян, меломан, прости, пожалуйста, я сосредоточен был на уровне. А чё там? Меня интимки бывших были на... А, я тебя понял, интимки, ага. У меня не было такой коллекции, у меня была шкатулка бывших, короче. Одна мне там подарила сердечко с нашей фоткой, хрустальное или стеклянное, короче, неважно. Вот, вторая там сережки у меня когда-то оставила, третья мне что-то подарила просто на память о себе вообще. Вот, ну, такая себе перспектива, короче, вот. Давай нижнюю голову. Ну, бля, верхняя башка. Хреново вот то, что верхняя башка. Потратил время, ну ладно, хотя бы сразу после нее нижнюю дали. Да, блядь, что ты зацепился, а? Не должен был цепляться. Найс. Nice.
не получилось, ну и хуй ты с ним. Главное, что я с его все сделал. А, я не скипнул уровень, просто пардон, ребят. Ну это сплиты, это как бы больше для меня, чем для speedrun.com, так что неважно. Короче, момент истины. Если я сейчас скипну этого сраного яга. Дай мне яга. Так, блять, не прыгнул, короче. Поздно прыгнул. Издевательство, нахуй. Все, давай, погнали. Давай. Главное яблочки еще взять. У меня яблок мало, пиздец. Давай. Нихуя. Неважно, ладно. У меня какого-то хрена меч просто не работал только что. Я бил мечом, у меня не работала кнопка. Видели, да? Инпут-то прожимался же, да? Ладно, неважно, короче. Зря голову только взял опять. Главное сейчас не выгрести, короче. Вот ресторан, ты стал гостем, вдруг любой эмулятор я настрою тебя самый твой лучший друг, да. Жизнь будто ресторан. Это пиздец. Ладно. Тащим, короче. Тащим по-любому. Спринты, давай, поехали. Ой, давай, прыгаем. Раз. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два. Раз, два. Найс. А, не факин ягода, мерда. Все. Момент истины. Это, скорее всего, ПБ. Блять, давай. А? Не, это я не прожал как надо просто сплиты. Это не важно, все равно таймер будет учитываться общий. Ну чё, скрестите пальцы, чуваки. Блять. Нахуй, никаких сейвовых сейчас. Идем до конца, короче. Берем. Никаких сейвовых страток больше, все. Надо себя ёбнуть. Надо себя бопнуть, короче. Скипнул, охуеть. Живи, Эл. Вот это хуёвый прыжок вообще. Меня бесит, поэтому его лучше своего сделать на самом деле. Давай, ковер. Не будем возвращаться за сраным ХП. Надо выше идти. Найс. Яга пошел нах. Нах пошел. Взял. Отлично. Давай, да это ПБ, все, это ПБ, пацаны. Стопудово. Клянусь, блять, это ПБ. Палка мне, конечно, не дала в этот раз так круто, как тогда, но... Но это ПБ. Забираем, нахуй, короче. Хотели ПБ? Забирайте, пацаны. Блять, в смысле? Ковер? Ты чё, охуел? Чего? Все, это все равно ПБ, не волнует, нахуй, это все равно ПБ. Меня не ебёт, это ПБ. Это ПБ, нахуй. Это ПБ, я сказал. Это САП-14, это САП-14. И меня нихуя не волнует. Это САП-14. Сдохни. Сука, если бы не этот прыжок грёбаный, короче. Все, спасибо, Дамьян, за GG. Спасибо. В смысле, переигрывай, нахуй. Вы чё, мне сейчас на работу надо ехать. Чё, еще раз? Аскер? Да, говори, да. Что такое? Так, speedrun.com. А? Так я в прямом эфире, в смысле, записывал. Сохранится, конечно. Ты чё? Так.
L1. Шевели, шипит все. Нет, когда... Да, все, короче. Это когда поднимаешь наверх, наверное, да, шипит. Это об волосы просто. Так, сколько у меня? 13.41. 13.41. Блять. Это 13... А нет, 14 место, короче. 14. Я продвинулся с 21 на 14, пацаны. Ебать. А если бы, кстати, если бы я не прыгнул бы, то я бы был на 12 месте. Короче, этот прыжок все испортил, и Яга все испортил. Но, короче, если бы я на минуту шел меньше, то есть это был 13.44. Ну, короче, блядь, это ПБ, пацаны. Я сегодня опубликую. Грыду Таура прям располагает вообще. Вчера бабка дала, я себя бопнул в чипиках. Надо будет попробовать выложить. Может, Хайрексен все-таки залегитит его, но я сомневаюсь. Но в любом случае, спасибо вам за компанию. Вот, спасибо. Не, вы мне хоть скажите, вы в меня верили, нет, пацаны, а? Ну скажите, ну верили в меня, нет? Ну же, блядь, сука, не верили в меня по-любому. А? Вот. Короче, я не знаю, бля, может я сюда вернусь после работы в 2 ночи. А может? Аскер, спасибо. Аскер, понятно, у тебя нет выбора, да, у тебя нет выбора. Мне в субботу этой хренью заниматься, короче. Спасибо, ребят. Место намоленное, да, прям вообще намоленное. Намаленное. Вот, я, короче, это... Опа, Дамьен получил болтуна. Дамьен, ты теперь можешь, кстати, картинки в чат скидывать, и они будут у нас здесь. Только надо именно... То есть ты картинку открываешь в новой вкладке, и оттуда URL копируешь, короче, и вставляешь сюда в чат. Все работает. Разве? А почему ты тогда сейчас получил его? Как ты его получил? Я не понял, что за херня. Ну-ка, ранги, давайте посмотрим. У меня здесь ранги должны быть. А, ты его, наверное, вчера получил, да? Я просто интегрировал, короче, понятно.